так с комитетом по образованию задумались о том, как мы будем реализовывать новые национальные проекты, которые идут. И это, в общем-то, стало не вызовом, да, а уже решением, собственно говоря, вопроса, когда вот нам что-то там предлагалось по национальному проекту. Ну что, должно было предлагаться какое-то содержание. Мы пошли с опережением этого вопроса и вот сделали такое учреждение. Это вообще уникальная площадка, и она уникальна не только для Санкт-Петербурга, но и для всей страны, и, возможно, даже для мира. Буквально вчера к нам приезжали представители дирекции LEGO Education, и они были просто восхищены, потому что они во всем мире этого не видели. Если тебе интересны компьютеры, вот перед тобой такой-то сектор знаний, который ты можешь узнать. И сужая этот сектор, мы даем рекомендации, что можешь быть программистом, можешь быть дата-аналитиком, можешь быть системным администратором. То есть можешь сам выбирать. И система будет тебе подсказывать по мере твоей работы с системой, как лучше тебе подойти к выбору своих компетенций, вопрос, ну, то есть как решить вопрос, кем стать.